Ну а сейчас на льду серебряные призеры в парном катании. Юка Кавагучи, Александр Смирнов катались самым замечательным образом, но догнать своих соперников не представлялось возможным. Это была настоящая, мощная, честная битва на высочайших оборотах. Но вот как сейчас победить Волосожара Тронькова? Сегодня никак. Что будет завтра? Юка Кавагучи, Александр Смирнов. Очень интересно наблюдать за тем, как происходит работа у этой пары. Столько лет, столько всего было пережито.
Конечно, понятно, что для Тамары Николаевны ключевой старт не сегодня был, и даже, может быть, не в этом году.